Связи, деньги, слава. Серов сдружился с Путиным ради карьеры дочери. Мишель показала подготовку к выступлению в Кремле. Дочь Александра Серова готовится к значимому концерту. В сторис Мишель показала кадры из ателье у дизайнера по подбору костюмов и не смогла скрыть радостного волнения перед грядущим выступлением в Кремле. Неужто народный артист России дружился с Путиным ради карьеры дочери? Исполнительница всерьез сосредоточилась на покорении вершин шоу-бизнеса. Судя по всему, папа готовит для любимой дочери большое будущее и планирует взрастить еще одну звезду, что засияет на светском небосклоне. Не исключено, что связи помогли Серову наладить мостик доверительного общения с президентом РФ. В 2004 году Александр удостоился приглашения в Кремль, где в торжественной обстановке Владимир Владимирович присвоил певцу почетное звание народного артиста. Подобные встречи, хоть и проходят как рядовые и будничные, все-таки серьезно помогают в будущем. Множество звезд, которых наградил Путин, впоследствии пользуются поддержкой главы государства и частенько занимают более выигрышные позиции по сравнению с теми, кто отгораживается от власть имущих. Серов понимает, что такое сотрудничество даст возможность зарабатывать деньги на всяких, даже самых малозначительных мероприятиях. На выступлениях Александра Мишель вовсе не редкая гостья. Девушка исполняет песни звездного отца, а потому нет сомнений в том, что знаменитость раскручивает дочь и в свои 65 лет ищет способы, чтобы в скором времени почивать на лаврах. Наблюдая за умопомрачительными успехами Мишель, имя Серова в последний год неразрывно связано со сценическими конфузами и провалами на сцене. Артист еще пытается воспользоваться былой харизмой, но теперь это выглядит как неуместные потуги, что вызывает смех у зрителей. Вероятно, Александр Николаевич специально не отходит в тень, чтобы быть еще ближе к Мишель и находиться с дочкой в постоянном контакте за кулисами. Серов любит Мишель и трепетно относится ко всему, что ее окружает. Скорее всего, певец возложил на алтарь даже собственную личную жизнь, только бы слава Мишель достигла тех параметров, которые задумала достичь сама певица.